В столице страны проходит конференция исследователей журналистики и СМИ, рассказывает наш корреспондент в Москве Александр Яцентюк. В эти дни Московский государственный университет имени Ломоносова собрал на самой крупной в России международной научно-практической конференции исследователей журналистики и средств массовой информации. Цель конференции – создание площадки для академических дискуссий по наиболее актуальным проблемам журналистики и средств массовой информации в России, за рубежом. Это объединение исследователей из Москвы и регионов. Что такое журналистика сегодня при изменившемся характере общества и технологий, при существовании глобальной медиаиндустрии? Какие проблемы стоят перед современной журналистикой? Кстати говоря, якутская пресса всегда считалась очень качественной и квалифицированной, но проблема для всех существует. Это вызовы современных технологий, это вызовы разного рода киберпреступлений. С ними мы должны находить общие возможности борьбы, мы должны создавать общий фронт противоборства этому злу. И в этом плане, неважно, где работают люди, в Якутии или в центре Москвы. Факультет журналистики тесно сотрудничает с кафедрой журналистики Северо-Восточного федерального университета, которая отмечает в этом году круглую дату – 25 лет кафедре и 35 лет журналистскому образованию в Якутии. Что касается тех студентов, которые получили образование в Якутском университете, то здесь полное совпадение. Адаптация минимальная, то есть они полностью включаются в этот процесс получения знаний в магистратуре. И думаю, что это дальше будет направление развиваться в нашем сотрудничестве, в взаимодействии. Так что мы ждем новые кадры. При поддержке ректора МГУ Садовничева 2017 год объявлен годом журналистского образования. Ребята, даже если вы не станете журналистами, попробуйте себя в этой замечательной профессии, сообщать новость, комментировать ее. Это замечательное занятие. И, конечно, вам никогда не будет скучно с этой профессией. Евдокия Избекова, Александр Яцентюк, НВК Саха, Москва.